Саравия придется потесниться. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько поставил ультиматум саратовским авиалиниям. Он заявил, либо компания пускает других перевозчиков в регион и улучшает качество услуг, либо будет проведена проверка их деятельности, а полеты приостановят. Их также могут временно перенести в Пензу. Ультиматум связан с тем, что компания грубо нарушает федеральное законодательство, игнорируя неоднократные предупреждения и предписания со стороны надзорных органов. Саравия является монополистом и не пускает на территорию региона других авиаперевозчиков. Кроме того, низкое качество услуг, завышенные цены на билеты и устаревший авиапарк сказываются на безопасности полетов. Теперь же на территорию региона придут другие авиакомпании, о готовности организации полетов уже заявили в Аэрофлоте. Специалисты надеются, что первые рейсы новых перевозчиков будут отправлены уже через 2-3 месяца. После того, как будет готова вся документация. Будет официальное обращение. Такое согласование я уже говорил, что на сегодняшний день есть с Аэрофлотом. Непосредственно руководитель Росавиации разговаривал на этом совещании с руководителем Аэрофлота, где достигнут договоренность теперь. Вопрос документальный и займет какое-то количество времени.